вечер, уважаемые телезрители. Программа «Вековая молитва» приветствует вас от всей души. И наша съемочная группа приглашает вас побывать в сельском поселении Кандабулак. Сейчас мы в храме, но здесь, кроме традиционных строительных лесов, вы можете видеть еще и молодые яркие березки. Это символ. Символ большого и очень уважаемого в России праздника. Храм этот называется Свято-Троицкий. Как вы уже догадались, мы будем говорить о празднике престольном. В 2016 году День Святой Троицы или Пятидесятница праздновался 19 июня. Название праздник получил потому, что это событие совершалось ветхозаветный праздник Пятидесятницы, который отмечался после иудейской Пасхи в 50-й день. Впервые этот термин был упомянут как обозначение триединства христианского Бога, воплощенного в трех ипостасях – Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. Ведь День Святой Троицы – это праздник, символизирующий сошествие Святого Духа на апостолов Христа. Случилось это в тот самый день Пятидесятницы, когда апостолы обедали в Иерусалиме. Еще при жизни своей на земле Господь много раз говорил своим ученикам о том, что Он никогда не оставит людей. Он собрал верующих в свою большую семью, которую назвал своей церковью. Оттого Троица считается еще и днем рождения христианской церкви. Сошествие Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы описано евангелистом Лукой. Богу угодно было сделать это событие поворотным пунктом в мировой истории. По времени года праздник Пятидесятницы совпадал с окончанием жатвы и поэтому встречался с особенной радостью. Многие евреи, рассеянные по разным странам обширной Римской империи, старались к этому празднику прибыть в Иерусалим. Родившись в других странах, многие из них уже с трудом понимали свой родной еврейский язык. Готовясь вернуться к своему небесному Отцу, Господь Иисус Христос перед распятием посвящает свою прощальную беседу с апостолами предстоящему сошествию Святого Духа. Готовясь к принятию Святого Духа после вознесения Господа на небо, ученики Христовы вместе с Пресвятой Девой Марией, с некоторыми женами, мироносицами и другими верующими, их было около 120 человек, на Пятидесятницу находились в Иерусалиме. Апостолы и все собравшиеся ожидали, когда Спаситель пошлет им обетование Отца, и они облекутся силой свыше, хотя они не знали, в чем, собственно, будет состоять пришествие Духа Утешителя. И вот в 9 часу утра, когда народ обычно собирался в храм для жертвоприношений и молитвы, внезапно над Сионской горницей послышался шум, как будто от бурного ветра. Шум этот наполнил дом, где находились апостолы, и одновременно над головами апостолов появилось множество огненных языков, которые стали опускаться на каждого из них. Эти языки имели необыкновенные свойства, они светили, но не жгли. Каждый, на кого этот язык спускался, чувствовал в себе большой прилив духовных сил и одновременно несказанную радость и воодушевление. Эти внутренние изменения и новые неиспытанные чувства апостолы стали выражать в радостных восклицаниях и в громком словословии Бога. И тут обнаружилось, что они говорили не на своем родном еврейском, а на каких-то других неизвестных им языках. Так свершилось над апостолами крещение Духом Святым и огнем. На самом же деле, сила Духа Святого обнаружилась тогда во внешнем даре языков именно для того, чтобы апостолы могли успешнее распространять Евангелие среди разных народов, не имея надобности в изучении иностранных языков. Многие уверовавшие в Христа, по словам этим, тут же всенародно покаялись в своих грехах, крестились, и к вечеру этого дня Церковь Христова из числа 120 выросла до 3000 человек. Таким чудесным событием началось существование Церкви Христовой. И сейчас в России Троица – это очень красивый праздник. Дома и храмы украшают ветками, травой, цветами. Это не случайно. Зелень, цветы символизируют жизнь. Так люди выражают радость и благодарность Богу за то, что Он возродил их через крещение. Исторически сложилось, что для украшения храмов и домов используются ветки березы. Это дерево считается благословенным на Руси. Неспроста ему посвящено много стихов и песен. Праздник Троицы без березы – то же самое, что Рождество без елки. Но Россия – большая страна с разными климатическими условиями, и в некоторых местностях праздничными деревьями считается дуб, клен, рябина. Можно и в чае заваривать, а можно и в баньке париться, и в общем и так, и еду, все можно. Ну, то есть сейчас. Но они освящены, да, конечно же, да. Вот чего. А так что и травку кто берет, кто отойдет к Господу Богу, в подушку. Подушки делают вот с такой травой. В этот день в православных храмах совершается одна из наиболее торжественных и красивых служб в году. По русской традиции цвет облачений Троицы в храме, на священнослужителе, на прихожанах – это зеленый цвет, изображающий животворящую
и обновляющую силу Святого Духа. Шумно и весело когда-то проходила Троица на Руси. Утром все спешили в храм на праздничную службу, а после нее устраивали народное веселье с хороводами, играми, песнями. Обязательно готовили караваи. На праздничный обед созывали гостей, делали друг другу подарки. В некоторых районах устраивали ярмарки. Это все было до начала 20 века. С возрождением веры в России возрождаются и традиции празднования православных праздников. В 2000 году мы первый ход крестной совершили, вот, когда открыли вокруг. Вот, нас было немного, потом у нас был перерыв. Вот, и сейчас, вот, в данный момент, лет 5 мы уже крестный ход совершаем. А раньше у нас ходили на богомольный, от села это где-то 7 километров. И вот туда, говорит, идут вот, духотища, вот, а оттуда, когда молебен отслужит, вода святная, мокрые идут. Вот, там дождь идет сюда. Вот такая легенда вроде бы сложилась у нас. В Кандабулаке в 2016 году на этот праздник был накрыт общий большой дружный стол на 200 человек. Всех пришедших на трапезу горячо поприветствовал настоятель Свято-Троицкого храма. Отец Николай рассказал и о преображениях, которые произошли с храмом за весну этого года. Здесь завершилась основная часть штукатурных работ внутри, и впервые за долгие десятилетия этот Дом Божий сверкает изнутри светом и чистотой. Успели материал завести, закупить его. Сухая штукатурка в количестве 26 тонн. Да. И вот с февраля месяца ребята работали. И закончили они где-то так, в мае, в середине мая. Вот все они это сделали, все вывели, вот, зачистили. Теперь впереди монтаж полов, приобретение иконостаса, колоколов и, конечно же, восстановление былых росписей. Все изображения были тщательно документированы, мастера уже найдены. Дело за меценатами. Пока что средств нет. Вот беда наша. А так бы мы сейчас уже приступили к росписи и параллельно полы бы начали уже вот, плитку выкладывать. Конечно, долго работа, где-то уйдет на с год будет работать, потому что он один работает. Ну а после Троицы православные начнут готовиться к посту. Начинается он через неделю после праздника и заканчивается в день празднования памяти святых апостола Петру и Павлу. Установлен пост в честь святых апостолов и воспоминание того, что святые по сошествии на них Духа Святого разошлись по всем странам с благой вестью, пребывая всегда в подвиге поста и молитвы. Длительность этого поста в разные годы различная и зависит от празднования Дня Пасхи. Самый короткий пост длился 8 дней, ну а самый длинный – 6 недель. Всех с великим праздником, с Пятидесятницей, Троицем днем. Вас, дорогие братья и сестры, ждем вас. То есть мы ждем и в наш храм, и в любой другой. Разницы никакой нет. Вот поэтому надо идти, не стесняться и думать о том, о вечном. И Господь прямо говорит, кто меня здесь прославит, того я там прославлю. Так что давайте славить добрыми делами.